Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 580. Постройте на нелинованной бумаге два равнобедренных треугольника со сторонами 3 см, 5 см и 5 см и со сторонами 7 см, 4 см и 4 см. Чтобы построить такие треугольники, нужен циркуль и линейка. Итак, построим с помощью линейки и циркуля треугольник со сторонами 3 см, 5 см и 5 см. Построим сначала основание. Основание 3 сантиметра. Проведем прямую. И, собственно говоря, на этой прямой будем строить два прямоугольника. Отметим точку на этой прямой. И с помощью линейки отложим от этой точки отрезок, равный 3 сантиметра. Отметим точку С. А теперь с помощью циркуля проведем две окружности. Одну с центром в точке А и радиусом 5 см, а другую с центром в точке С и радиусом тоже 5 см. Точка пересечения этих окружностей даст нам третью точку, точку Б. Точка Б – точка пересечения этих двух окружностей. Соединяем точку А с Б и точку С с Б. Получили треугольник ABC равнобедренный с основанием 3 см и боковыми сторонами 5 см и 5 см. Проведем ось симметрии. Ось симметрии равнобедренного треугольника – это прямая, проходящая через вершину B и делящая основание AC на два равных отрезка. А теперь отметим равные отрезки и равные углы. Равные углы у нас – это угол, образованный осью симметрии и боковыми сторонами. Это углы при основании равнобедренного треугольника. И прямые углы. Равные стороны – это боковые стороны, они равны. И отрезки, на которые делят ось симметрии основания. Они тоже равны. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео. По этому треугольнику. И второй треугольник точно так же. Начертим на прямой отрезок, равный 7 сантиметров. Для этого отметим точку А. На расстоянии 7 сантиметров на прямой отметим точку Б. И проведем из этих двух точек окружности с радиусом 4 сантиметра. Осью симметрии тоже будет являться прямая, которая проходит через вершину Б и которая делит противоположную сторону АС пополам. И точно так же одинаковые будут элементы, равные углы, образованные осью симметрии и боковой стороной, углы при основании, прямые углы и равные стороны, боковые стороны равны и отрезки, на которые делят ось симметрии основания АС. Если у вас по этому треугольнику и по построению есть вопросы или предложения, то тоже оставляйте свои комментарии под видео.